Два варианта. Вернуться, как я шел, через комнату охраны. Долго, зато верно. Или же двинем через камеры и ввяжемся в драку. Выбирай. Пойдем через охрану. Мне нужно ноги размять. Звучит неплохо. Я прикрою. 6-4, я Дельта-2. Мы в пути. Прием. Вас понял. Сейчас выдвигаемся. 6-4 на позиции. Ракета пошла. Эй! 6-4, я Дельта-2. Стоп, огонь! Мы в здании тюрьмы. Прием! Вас понял. Стоп, огонь. Меняйте диспозицию. Если в штабе узнают, что я пришел за тобой, я влип. Давай, пошли. Эй, нажми на кнопку, чтобы открыть дверь. Заперта и слишком толстая. Стреляй! Сверху! Заперта и слишком толстая. Заперта. Ты слишком толстая. Ладно. Ну, ты же хотел размяться. Так тут самое место. Что они там делают? Группа «Виктор» ведут зачистку. Нужны... Укрытие! Ты что, целиться не умеешь? Под шквальным огнем. Враги по всем направлениям. Возможно. В укрытие! Пехота под шквальным огнем. Будет враги по всем направлениям. Вас понял. Вызываю подкрепление. Прием. Маркус, башня! Стайнеров. Надо нажать кнопку и бежать.
класс. Что за хрень творится в этой тюрьме? Тебе лучше не знать. Маркус, возьми гранаты. Т-4, идем в вашем направлении. Прием. Вас понял, зачищаем зону эвакуации. Маркус, они вырезают дверь. Площадь Эмбри. Полковник Хоффман нас ждет. Хоффман? А, черт. Будет очень круто. Эй, ты тот самый Маркус Феникс? Тот самый, что воевал под Аспо? Да. Ух, круто! Не особо.
ты! Такой предатель, как ты, недостоин носить форму! Похоже, любая помощь не будет лишней. Отойди в сторону! Лейтенант, у меня хорошие вести. Мы хотим покончить с войной раз и навсегда. Ну да. Сенсоры засекли движение противника, сэр. Близко. Саранча! Укрытие! Вперед! Блин! У нас есть световая бомба! Я уничтожу их одним махом! Но она не сработает без корректировки! Вот зачем нам нужен резонатор! Он просканирует туннели! И мы атакуем поганцев в их же норах! Вы достали! Сверху! Мы потеряли связь с Альфой! Последний...